Мы в начале сейчас. Марсик, возьми трансформера. Марсик, послушай меня внимательно. Мы сейчас скажем бабушке. Бабушка, как мы тебя сильно любим, с днем рождения. Хорошо? А потом ты сфотографируешь. Марсик, иначе ничего не получится. Все, смотри. Давай. Что? Бабушка к нам никогда не приедет. Ты что? Давай. Марсо, улыбнись быстро. Марсо, на меня посмотри. Марсо, послушай меня, это твоя бабушка. Ни в коем случае так. Когда у тебя день рождения, ты же хочешь подарки получать, да? Вот бабушка, это мы бабушке сейчас подарок делаем, а потом ты сфотографируешь. Марсо, я тебе куплю игрушку тогда. Иди сюда. Да, папа тебя на ручки сейчас возьмет. Смотри, и ты себя в кино будешь видеть. Вон телевизор. Видишь? Из-за твоей кардин? Смотри. Дорогая наша мамочка, дорогая наша бабуленька, мы тебя очень сильно любим и поздравляем тебя все с днем рождения. Ты у нас такая сложная дама в плане подарков, поэтому я бы хотела тебе пожелать, чтобы мы были богатыми, для того, чтобы мы могли исполнить все твои мечты, чтобы мы тебя возили в путешествия. Я лично мечтаю перестроить вам немножко дом. Вот, я хочу, чтобы, мамочка, ты была счастлива, чтобы ты жила долго-долго-долго. Мы тебя очень сильно любим, очень сильно по тебе скучаем и очень сильно ждем тебя в гости. Мам, мы тебя обожаем. С днем рождения! Ура! Feliz cumpleaños, бабуля! Иди сюда! Иди сюда! А Марчик очень по тебе скучает. Марсик сейчас тебе скажет тоже с днем рождения! Молодец! Бабушка, мамочка моя, эти цветы тебе. Вот.